Рекомендую обратить внимание на кулинарный канал «Рецепты от Лерин Ло». Автор предлагает разнообразные рецепты закусок, салатов, первых и вторых блюд, выпечки, а также идеи по украшению. Заходите и подписывайтесь на канал «Рецепты от Лерин Ло». Ссылка на экране и в описании. Здравствуйте! Сегодня я приготовлю твидовые маффины с кофе, шоколадом и орехами. Просеянную муку смешаю с сахаром, ванильным сахаром, 2/3 рубленого черного шоколада, 2/3 рубленых грецких орехов, разрыхлителем и солью. Растворимый кофе соединю с молоком. И размешаю до полного растворения. Добавлю яйцо, растопленное и охлажденное сливочное масло и тщательно смешаю. Соединю с мучной смесью. Форму для маффинов выстелю бумажными манжетками, выложу тесто, а сверху посыплю оставшимся шоколадом и орехами. В разогретую до 180 градусов духовку ставлю форму на средний уровень и выпекаю 20 минут. Готовые маффины остужу в форме в течение 5 минут, а затем перенесу на доску. Для этих маффинов можно использовать молочный или черный шоколад. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, задавайте вопросы в комментариях. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».